Подрядчик завершает реконструкцию Екатерининского сада в Симферополе. На финальной стадии благоустройство зоны для отдыха горожан и гостей крымской столицы. После окончания третьего этапа появится прогулочная зона от перекрестка улиц Воровского и Ленина до Дома кино. Недалеко от бывшего кинотеатра будут обустроены места для игр в шахматы с навесами и тематическим дорожным покрытием. Зона отдыха с лавочками с видом на реку появится вдоль склона со стороны набережной Салгира. Одним из ключевых моментов благоустройства станет оборудование площади недалеко от улицы Воровского с восстановлением исторического фонтана. Из-за высокой температуры воздуха, а также пока еще не установленных устройств системы автоматического полива, озеленение парковой зоны было решено перенести на более позднее время. Торжественное открытие парка приурочат к началу благотворительной акции «Белый цветок», которая проходит ежегодно 19 сентября. Как и было сказано ранее, 19 числа мы будем презентовать этот объект. Сейчас немножко провели корректировки архитекторы по желаниям наших жителей. Так что 19 числа в праздник «Белый цветок» мы будем рады встречать здесь гостей и жителей нашего города.